Добрый день! В данном видеоролике мы разберем конфигурацию микрокомпьютера Raspberry Pi для интеграции с MATLAB, а также использование его основных цифровых интерфейсов для взаимодействия с различными периферийными устройствами. Для начала ознакомимся с данной платформой. Raspberry Pi представляет собой довольно мощный одноплатный компьютер, на котором работает полноценная операционная система. В цикле видеороликов будет использована модель Raspberry Pi третьего поколения версии B+. В качестве центрального процессора на ней используется чип Broadcom с ядром Cortex-A53 и тактовой частотой 1,4 ГГц. Данный микрокомпьютер имеет широкие мультимедийные возможности, в частности поддержка H264 и OpenGL. У данного микрокомпьютера имеются следующие интерфейсы ввода-вывода: Ethernet, USB, HDMI, MIPI-SCI, стерео-аудио-выход. Данное устройство также поддерживает беспроводные подключения по Wi-Fi и BLE. Для взаимодействия с периферийными устройствами могут быть использованы порты GPIO, интерфейсы I2C, SPI и UART. В первую очередь мы подробно рассмотрим процесс установки пакета поддержки и конфигурацию Raspberry Pi для взаимодействия с MATLAB. Далее мы протестируем подключение, создадим системный объект для управления функциями микрокомпьютера и рассмотрим ключевые моменты работы с интерфейсами, предназначенными для подключения периферийных устройств. Также я не мог пройти мимо поддержки Raspberry Pi в Computer Vision Toolbox. В данном цикле мы рассмотрим запуск алгоритмов компьютерного зрения непосредственно на Raspberry Pi путем компиляции кода MATLAB в C-код. А теперь перейдем к практике. Запускаем MATLAB, переходим на вкладку Apps и нажимаем на кнопку Get More Apps. В открывшемся окне в строке поиска пишем Raspberry Pi Support Package. И устанавливаем MATLAB Support Package for Raspberry Pi Hardware. По завершении установки закрываем данную форму. Переходим на вкладку Home. Открываем Add-ons. И выбираем пункт Manage Add-ons. Выбираем пакет поддержки для Raspberry Pi. Заходим в его настройки и нажимаем Setup. Перед нами появляется следующая графическая форма. Выбираем свою модель микрокомпьютера. И переходим к следующему шагу. Выбираем пункт Setup Hardware with MathWorks Raspbian Image. Если данный образ еще не скачан на ваш компьютер, то нажимаем кнопку Download и переходим к скачиванию образа. На следующем шаге указываем расположение скачанного образа. Проверяем его на целостность. И переходим к следующему шагу. Выбираем тип сетевого подключения, которое будет использоваться для взаимодействия с Raspberry. В моем случае он будет напрямую подключен к компьютеру при помощи патч-корда. На данном шаге нам потребуется SD-карта с минимальным объемом 4 ГБ. Нажимаем клавишу «Обновить» и указываем путь к SD-карте. Переходим к следующему шагу. Перед началом записи образа операционной системы на SD-карту необходимо убедиться, что на ней нет файлов, представляющих для вас ценность, поскольку в процессе записи образа карта будет отформатирована. Осуществив данную операцию, переходим к записи образа. Итак, запись образа завершилась, и мы переходим к следующему шагу. Нам необходимо установить нашу microSD-карту в Raspberry Pi, затем подключить Ethernet-кабель к самому микрокомпьютеру и к ноутбуку, а затем подать питание. Переходим к следующему шагу. MATLAB завершил сканирование и обнаружил подключенный Raspberry Pi. Проведем тест подключения. Тест подключения успешно выполнился. Теперь перейдем к следующему шагу. Мы прошли все этапы конфигурирования Raspberry Pi для взаимодействия с MATLAB. Теперь этот процесс можно завершить. Перейдем к взаимодействию с Raspberry Pi. В первую очередь создадим системный объект для управления данным микрокомпьютером.
Системный объект успешно создан, и мы можем видеть параметры нашего микрокомпьютера. IP-адрес, порт, его модель, доступные светодиоды, доступные цифровые выходы, каналы SPI, интерфейс I2C, а также скорость интерфейса I2C. Для начала помигаем светодиодом. Для этого воспользуемся одним из методов нашего системного объекта. Мы видим, что нам доступен светодиод под номером 0, и для начала выставим его значение равным 0. Используя методы данного объекта, мы также можем проверить расположение светодиодов. Доступный нам светодиод расположен в левом верхнем углу, рядом со светодиодом, который является индикатором питания. Подадим логическую единицу на наш светодиод. Теперь перейдем к управлению цифровыми портами ввода-вывода. Для индикации воспользуемся устройством Analog Discovery от Digilent. Порт DO0 Analog Discovery сконфигурирован как вход и подключен к 26-му порту ввода-вывода Raspberry Pi. Откроем список доступных методов созданного системного объекта. Откроем опцию Write Digital Pin. Выберем номер порта. Установим его значение. Выполним данную команду. Проверим индикацию. Мы видим логическую единицу на данном выходе. Подадим логический 0 на выход данного порта. Теперь перейдем к рассмотрению взаимодействия с использованием цифровых интерфейсов. Очистим вывод командной строки. Для начала выполним функцию showPins. Ее аргументом будет служить созданный нами системный объект. Мы видим конфигурацию пинов ввода-вывода нашей модели микрокомпьютера. Теперь создадим хендлер для управления SPI-интерфейсом. Мы видим, что мы создали. Мы видим созданный с настройками по умолчанию хендлер. Очистим его. И создадим аналогичный ему хендлер, используя полную сигнатуру. Для передачи данных через SPI-интерфейс выполним следующую функцию. В качестве аргументов будет использован хендлер нашего интерфейса и вектор данных. Откроем также осциллограф, который подключен к соответствующим портам ввода-вывода. И выполним функцию. Мы видим захваченный сигнал данных синим цветом. И клоков. Мы видим, что данные выставляются по спаду, а считываются по фронту. Изменим режим SPI-интерфейса. Для этого очистим его хендлер. И изменим параметр режим при его создании на единицу. Итак, мы создали новый хендлер. Выполним еще раз функцию передачи данных. Мы видим, что данные теперь выставляются по фронту, а читаются по спаду. Стоит отметить, что в переменную out сохраняется считанное с интерфейса значение. Поскольку пин MISO ни к чему не подключен, то в данную переменную сохранился нулевой вектор. На данном шаге мы можем завершить практическую часть. Если вам интересна данная тематика или другие возможности MATLAB, обязательно подпишитесь на наш канал. Также не забывайте посещать наши ресурсы в сети интернет, такие как exponenta.ru и matlab.ru. Там вы найдете много всего интересного.